действительно работает. Я не помню, как дальше. Блин, тут какой-то мультик сраный. Я не помню, как танцуется. Что-то там на танцующих хотят быть похожим. А, там что-то типа... Давайте все вместе, короче, давайте зарядку делаем. Давай, на танцующих хотят. Как-то так, да? Здорово, здорово. Так, мне сейчас нужно будет... Нет, не то, что вы подумали. Нужно будет разобраться с этим Twitch giveaway, потому что я же, как всегда, нихуя не сделала. Это ж я. Ладно, что-нибудь придумаем на месте, как-нибудь еще разыграем. Потому что сегодня, ребят, я хочу разыграть в честь косарика в группе этот плеер Unknown Battlegrounds. Вот, среди всех, кто будет на стриме. Вот, правда, проблема в том, что мне не работает сраный Twitch giveaways, но это нормально. Вы знаете, у меня вообще, в принципе, я вот как бы айтишник, у меня вон диплом лежит ненужный. Если вдруг кому надо, могу по дешевочке продать. Короче, меня техника боится. Как только я подхожу к чему-то, оно ломается. Да, я это видел вибратора... уже. Можете у моего плеера спросить, скажем так. Сиськи сама делала, да, это handmade. Мои сиськи handmade. Это мне китайцы на самом деле делали. У них, правда, сосок мальца поехавший. Он немного не тут. Но вам-то откуда знать, вы же не видели женскую грудь. У нее свисшие. Ну, есть мальца. Что делать? Знаешь, мне уже далеко не 18, чтобы у меня были не свисшие. У меня так, знаешь, как ушки спаниеля. Блин, сегодня, кстати, зашла в банк деньги снять с карты, за квартиру заплатить. А там был такой крутой бигль. Прям такой, знаете, я его всего помацала. Вот. Ставь капу, если хочешь, чтобы я помацала твоего бигля. Ну так вот, у него такие уши прям мясистые, он такой сладкий весь был. А он еще мне лицо такое, блин, это было охуенно. Lonely Island, I just have sex. Лузер, кстати, мне сказали, что мастурбация сексом не считается, поэтому не ссы. Ничего у тебя не было. Наступит ли момент в твоей жизни, когда ты перестанешь стримить? Ну, как тебе сказать? Женщины... Вопреки ванильным цитатам ВКонтакте, они со временем не становятся лучше. Далеко нет, это тебе не винишко. Вот, поэтому когда-нибудь, знаешь ли, когда моя вагина будет выглядеть как 20-литровое ведро, вот, а мое лицо будет покрыто морщинами больше, чем у мопса, вот тогда, наверное, я перестану стримить. Что на вашей рубашке? Ну, это полумесяц. Вот, и полная луна, но они масштабированы просто. То есть два полумесяца и луна. Вот. Я просто люблю космос, вот, поэтому мне очень понравилась эта футболка. На турнире нагнешь всех? На турнире нагнешь всех? Короче, Аляша на турнире. В принципе, на самом деле, мне не важно, кто будет против меня, потому что по факту я сама проиграю, потому что я буду мисплеить как сука. Вот, поэтому я, в принципе, нагну только себя. Вот так вот берешь, короче, и нагибаешь. Бля, вот это вот реально будет весь мой турнир для меня. Потому что я сама все замисплею. Мне не нужны оппоненты. Вы можете посадить меня играть против хозяина таверны, я уже проебусь. Да, да, Критер, у меня воду включили. Просто, это такой крейгазм. Я пришла с работы, и знаете, я уже приготовила свои руки к тому, что они опять будут купаться в этой холодной воде. Они у меня уже все как наждачка от того, что они мерзнут. А там... Там, короче, горячая вода. Господи, как же это прекрасно. У меня аж мурашки, я вам серьезно говорю, у меня мурашки. Я когда думаю о горячей воде, я сейчас... Ну ладно, не сейчас, чуть попозже. Закончу стрим, и я просто... Я лягу в горячую ванну, и я просто буду крейгазмировать со всеми уточками. Кроме мистера Жути. Из-за него я не могу настроиться.
Альяша, привет! Набьешь себе бабочку на пояснице. Нет, 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 лилию, знаешь такое? Короче, вот как у проституток раньше было. Вот типа бутончик, и от него такие листики отходят. Охуенно. Такой типа под трайбл. Его в общаге не отключают воду. Правда? Блин, как интересно. Может, тоже в общаге жить? Подруг, тебя Оль зовут. Не, меня зовут Аляша. Прям в паспорте написано. Саксон Аляша Артуровна. True story. Не вру, никогда не обманывала. Я вот когда-нибудь обманывала? Я могу зуб дать на холодец. Какой размер груди тебе нравится? Мне нравится двоечка. 2.5 максимум. Троечка уже... Вот 2.5 вообще прям... Мне нравится такая погода, прохладная, мрачная. Низкая, свинцовая небо. Блин, это надо читать не под эту песню. Ну так вот. Один минус на девчонках. Много одежды. Но ты можешь привести женщину к себе домой. В принципе, это не всегда плохо, потому что, понимаешь, на улице много целлюлитных баб, которые нахуй лучше пусть будут одеты. Стрим 6 будет, отвечаю. Так. Так, блядь, стрим идет. И сейчас 6. Короче, иди нахуй. А, вот есть целлюлитные бабы, которые, бля, лучше пусть будут одеты. А вот так вот видишь, вроде норм баба. Ведешь ее к себе и раздеваешь. И огонь. И тебе не придется смотреть на целлюлитные жопы на улице. Так что, в принципе, это в каком-то смысле вин. Леопардовые лосины, я сегодня такую встретил. Блин, вот честно, у меня вроде не то чтобы хуевая фигура, объективно. Там у меня особо нет целлюли, который, знаете, вот этими кратерами, как на Луне, блядь, выделяется на жопе. Вот, но тем не менее, я не могу выйти в лосинах на улицу, мне типа как-то... Как-то не очень. Но, кстати, в своих пижамках, которые там у меня пингвин и петушок, я могу выйти на улицу. Я ж ебанутая. Ну вот, а в лосинах не могу. Ты в эскорт-услугах работаешь, да? А что? Хочешь заказать? Так, подожди, у меня, значит, на следующей неделе турнир стримерш, я не могу. Вот, и в принципе, я такой хуйнёй не занимаюсь, поэтому, ну, свяжись с моим секретарем, с мистером Акулкой. Сменить ковер? Подожди, подожди, Борщецкий. Сейчас, может, я... Знаешь, у меня сегодня рабочий день был, может, я что-то неправильно поняла. Так, кресло. На нем ковер. Ты предлагаешь его сменить? Ты до сих пор не забанен? Что-то здесь не так. Это же, блядь, ковер! Это же ковер! Ты чё, ты охуел, что ли? Ковер! Бля! Так, время для тупой шутки, давай, это я люблю. Единороги подходят только к девственницам. Ты говоришь, на кресле пыльца единорога. Значит ли это, что кресло девственно, да? Это кресло реально девственно. Ему уже много лет, но оно хранит себя для того единственного. Зачем вы клипите моменты с ковром? Если их потом еще и вставят в какую-нибудь подборку, все будут считать, что я это делаю... Чисто, чтобы жопу показать. Это не так. Я просто хочу, чтобы вы тоже так же полюбили ковры, как и я. Ну, вы посмотрите, какой крутой ковер. Но, правда, да, там складочка. Надо ее поправить. Вы же тоже должны понимать, что плеть ковры это счастье. Так вот, вы реально думаете, что я буду тратить бабки на то, чтобы крутить ботов? Мне это нахер не нужно. Я слишком люблю бабки. Я лучше себе шоколадку куплю, чем ебаных ботов. Я правда не знаю, сколько они стоят. Сколько стоят боты? Это дорого или дешево? Что я могу на это купить? Типа шоколадку или две шоколадки? Или может быть даже шаурму? Давай высокоинтеллектуальные стримы как-нибудь. Хотите, я вам расскажу
про, не знаю, например, про препараты цитикалина при легких когнитивных нарушениях у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертонией. Люблю, когда кто-то накручивает, и я ему пишу в чате: «Почем боты?» Это же типа шмот. Смешная шутка, правда, да? «Почем боты?» Ха-ха. И он такой говорит: «А я не накручиваю». Я говорю: «А я знаю, что накручиваю». Между прочим, у меня есть когнитивное нарушение. Давай поговорим на эту тему. У меня диагноз энцефалопатия. Слонокана, ты мне расскажи, а какой этиологии у тебя энцефалопатия? Постинсультная? Атеросклеротическая? И какие когнитивные нарушения у тебя наблюдаются? Проблемы с памятью или вниманием? Но вообще, я бы тебе рекомендовала двухнедельный курс инъекционной формы цитикалина и далее перейти на пероральные растворы. Это же всем так интересно! Всем так интересно! А АСМР — это для того, чтобы заснуть? Подожди, а мне говорили, что АСМР — это чтобы пися проснулась. Видимо, чтобы пися проснулся, а ты заснул. Ясненько. У тебя есть Иисусья тряпка? Подожди, а где моя Иисусья тряпка, кстати? Она же здесь была. Может, Дашку гнали, Иисусе, и тряпка. Ебануться. Кто-то спиздил. Пацаны меня ограбили, кто-то спиздил тряпку. А, нет, все в порядке, тряпка-то тут с нами. На всякий случай оставим. Мало ли еще кого придется прогонять. А, вот вопрос касательно шизофрении. Правда ли, что рождение ребенка купирует симптомы шизофрении у женщины? Это тебе, видимо, сказали люди, которые на все дают отмазку, а ты роди. Вот у меня мама такая же. Я говорю: «Мама, у меня мигрень». Она такая: «Ну ты роди, и не будет». Я говорю: «Мам, там у меня, не знаю, я пальцем ударилась, болит». «Ну так роди». Вот, и, видимо, тоже купирует симптомы шизофрении рождение ребенка. Конечно, блядь, шизиком только и размножаться. Блядь, прикиньте, если бы у вас мамашка была шизоидная. Я бануться. Когда резко встаешь в кровати, темнеет в глазах, вот это кайф. Да-да, особенно когда тебе, знаешь, 18, ты в полном расцвете сил. Только этот рассвет выражается в том, что ты не можешь ничего делать, потому что ты дрич ебаный, и у тебя давление скачет. Идеальный стример — это тот, который умеет передавать свои эмоции зрителям. Ну, давайте, вот скажите мне эмоцию, и я ее вам передам. Почта России. Как возможно учиться на информатику и работать в другой области? Работы нет, мозгов нет и знаний. Фенибут можно пить каждый раз, когда надо успокоиться, например. Нет, фенибут не так действует. А фенибут — это не симптоматическое лечение. То есть, грубо говоря, если ты нервничаешь, ты выпьешь фенибут, он тебе не поможет. Фенибут, ну и вообще аминофенилмасляная кислота, она помогает только, ну, в среднем, там, через 2 недели. Поэтому и нет, так не работает. Может быть, в качестве плацебо. Голод? Блять, ты чё, шутишь, что ли? Это моя постоянная эмоция. Я всегда хочу жрать. Пятнадцатое, блять, 06-е, серьезно? Ёбаный рот. Ты поиграешь со мной в скрабы? Поиграй. Жума в три. Давайте. А ну иди сюда, говно собачье. Трахнуть. Бью. Поп, желающих на троне сидеть и оглашать свои права, одно спасает: чтобы носить корону, нужна не задница, а голова. Thank you.
кого-то. Нельзя. Массируй Тимошонку, язычку. Сердечку помассировать, да? Спасибо. Он там... Да ну нахуй. Бля, новый батл. Е-е-е-е-е. Это Фанни Фоксу скучно стало. Блять, мне что-то писали? У меня, сука, чат не работал.